Привет, друзья! Подписчики моего канала, просто зрители. Собрался поджарить рыбки. Сегодня у меня будет жареный сик. Но так как рыба сик сама по себе вкусная и особо тут с ним ничего колдовать не надо, я покажу, как правильно жарится рыба. Ну а, друзья, основное видео выйдет на моем втором канале азиатской кухни. Я хочу вам показать, как можно приготовить очень вкусный гарнир. Ну, не только для жареной рыбы, но можно и для курицы. Приготовим жареную картошку по-китайски в кисло-сладком соусе. Ссылочку оставлю на это видео в первом закрепленном комментарии и в описании к этому ролику. Перейдите, посмотрите, не пожалеете. Так картошку еще не жарил, наверное, никто. Это будет очень вкусно, но это будет на другом канале. Уже вышло видео, заходи смотреть. А мы сейчас давайте с вами покажу просто принципы, азы. Правильно, как жарить рыбку, любую. Не обязательно сика, просто сик вкусная рыбка, и мне он нравится. Друзья, рыбу перво-наперво чистим, чешуи моем. Тут без вариантов мыть пришлось. Если у вас карась, то его шинкуем, чтобы не было костей. Сик рыбка без костей, поэтому и готовить его одно удовольствие. И он очень вкусный сам по себе. Если рыбка у вас не костлявая, делаем небольшие надрезы на коже. И вот так. Сибас какой-нибудь там у вас может быть есть. Ну, вот, типа того. Так, смотрите, друзья, рыбку надрезали, присаливаем. И вот сейчас нужно ей дать обязательно полежать. Ни в коем случае не надо жарить рыбу сразу после того, как вы ее посолили. Дайте ей полежать, пусть хотя бы минут 20, чтобы запустилась в ней реакция, чтобы соль начала проникать вовнутрь рыбки. И тогда, когда будете ее жарить, она у вас не будет разваливаться. Поэтому сейчас я рыбку присаливаю и оставляю, и пока займусь приготовлением картошки. А когда будем жарить рыбу, я расскажу еще остальные нюансы. Так, друзья, минут 20 прошло, рыбка просолилась, подсолилась. Следующим шагом, который нужно сделать на пути к тому, чтобы она у нас получилась вкусной, опа, это не жарить ее мокрую. Видите, с нее столь вытянула жидкость, она с ней течет прям. Поэтому берем бумажное полотенце и перед жаркой непременно рыбку нужно обмакнуть от лишней влаги. Ну вот, совсем другое дело. Сейчас только кусочек тоже обмакну. И будем жарить. Оп, этот уберем. Так, друзья, после того, как рыбку обсушили, все хорошо. Панировка. Панировка, возможно, любая. Сегодня у нас будет простая, обычная пшеничная мука. Никаких хитрых панировок не будет. Это просто такой простенький рецепт. Без заморочек. Берем рыбку. Панировки на рыбе должно быть прям минимум. Тщательно обмакнули все это дело. И отряхаем. Можно сделать это над раковиной, гораздо удобнее будет. Все, всю муку с нее стряхнули. Слой муки прям совсем вот минимально, видите, практически его нет. Этого достаточно. Сейчас нагреваем как следует сковороду с растительным маслом. И будем жарить. А оставшуюся муку обратно высыпаем в баночку, убираем до следующего раза. В муку ни соль, ни перец я не добавляю, потому что, когда будем жарить, перец будет гореть. По-моему, это не совсем правильно. Наливаем в сковороду растительное масло, хорошо нагреваем, как следует. И опускаем, друзья. И вот, смотрите, когда-то опустили только рыбку, на сковороду. Сейчас ее не нужно двигать. На сильном огне запечатываем моментально ее. И не двигаем. У меня сковорода без антигарного покрытия. И чтобы рыба к ней не прилипала, не переворачиваем, не шевелим. Пусть как лежит, так и лежит. Первую минутку-две. После чего можно уже будет поправить. Когда на ней задастся вкусная, ароматная, хрустящая корочка. Сейчас двигать не надо. Вот, друзья. Видите, рыба прилипла как бы. Но так как у нас снизу корочка, уже задалась. Ее можно поправить. Вот так. Жарим, ну, 3-4 минутки на огне, скажем так, выше среднего. Самое время перевернуть нашу рыбку. Вот так. Видите, шкурка получается сухой. Хрустящий. Вот на этом этапе, когда мы перевернули рыбку, убавляем газ. Было выше среднего, теперь чуть ниже среднего. И накрываем крышкой.
Опа-на. Пускай пропаривается. Она поджарится, она будет хрустящей, но она будет хрустящей снаружи и мягкой, влажной, и, главное, полностью приготовленной внутри. Важно. Сразу, вот когда первую сторону жарим, крышкой накрывать не надо. Рыба будет распаренная, и она будет не жареная, такая полувареная. Хотите вкусно, чтобы пожаренная рыба была, то жарим ее вот так. Попробуйте, не пожалеете. Ну, еще жарим 3-4 минут. Так, ну все, друзья, что, рыбка готова. Вон, видите, все отлично поджаривать. Вот теперь убавляем газ еще меньше, вот прям, ну, насколько можно маленький делаем. И оставляем, пусть она еще минутки две постоит, подсохнет сверху, и маленько все там успокоится, устаканится. И все, можно рыбу снимать. А я сейчас займусь приготовлением вкусной картошки к этой рыбе. Вот такая вот штука получается. Будет вкусно. Так, ну все, рыбку дожарилась, непонятно. Сейчас она дожарится, снимаем ее и делаем картошку. Все, друзья, рыбка готова. Выкладываем на тарелку и делаем к ней гарнир. А рыбка пока постоит, маленько отдохнет. Соки с ней распределятся поравномерно. И она будет очень вкусная. Смотрите, какая сочная. Запах. Ну, здесь хорошая рыба. Так, друзья, ну все. Блюдо готово. Рыбка поджарена, картошка поджарена. Картошка такая, ну, вряд ли вы такую где-то могли попробовать. Очень необычный рецепт. Только самого недавно нашел. Мне понравилось, это очень вкусная картошка. Такая вот в кисло-сладком соусе, прям к рыбке заходит изумительно. Она хрустит. И вот этот соус, которым жарит картошка, отлично дополняет нашу рыбку. Давайте посмотрим, что у нас тут внутри с рыбкой. Ну, сами видите все, без комментариев. Рыбка сочная. Тут сосед перфоратор свой уже. Глядите на это. Мы поджарили все правильно. Как видите, без всяких заморочек и хитростей. Буквально за 20 минут можно приготовить очень вкусный обед или ужин. И удивить вашу вторую половинку или ваших гостей. Вот эта рыбка нежная, мягкая, влажная такая, хрустящей корочкой. Вот эта картошечка кисло-сладкая. Это очень вкусно. Ну как? Смотрите на эту картошку. Все, друзья, заканчиваю это видео. Это надо идти кушать, пока оно горячее. Пока рыбка хрустит, картошка хрустит. Готовьте, экспериментируйте. Как видите, ничего сложного нет. Заходите посмотреть на рецепт картошечки. Это тоже вкусно, необычно. Но я на сегодня с вами прощаюсь. Следующее видео будем готовить что-то на даче. У нас погода наладится и пойдем готовить. Рыбка есть. Скорее всего, будет что-нибудь из столового. На этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели до конца. Всем огромное спасибо, кто ставит пальцы вверх, кто подписывается на канал, пишет свои комментарии. Друзья, всем до встречи и всем пока.